Сегодняшняя тема. Запах изо рта появляется в результате активности бактерии, которая находится на задней стенке языка. В ходе эксперимента колонии бактерий помещались в раствор с чаем. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в таком растворе их размножение замедляется в сотни раз. Такой эффект обусловлен наличием в чае полифенолов, веществ, которые способны останавливать размножение бактерий. В связи с этим ученые отмечают, что регулярное употребление чая способно свести появление неприятного запаха изо рта практически до нуля. Источник verge.tv. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.